Всем привет, ребят, с вами Антет, это у нас сегодня новая серия выживания с модами в Майнкрафте Feed the Beast. Я решил вообще расчистить так, решил, но потом подумал, а зачем? У меня тут какая-то линия непонятная, но это ладно. Окей, я подумал, зачем можно записать серию, наверное, вам... Напишите, интересно ли вам, как я хожу по всяким шахтам, как я нахожу вот это вот. Крипер. Не-не-не, крипера нельзя. Нельзя, не надо. Он же взрывает блок. Опа, а кто его убьет? Офигеть. Уйдите. Эй, уйдите вы все. Ты тихо. Один есть. А неужели крипера убили? Офигеть. Что происходит? Что-то происходит, что-то непонятное. Прям зомби огрятся на крипер. Опа, сзади. Чисто. Кто это? Кто здесь? Блин, это они сверху? Они все нормально, блин. Так, тут много серебра я нашел и много. Тихо. Посмотрите на мой хп. Блин, офигеть. Ой, ладно, добежим на изи. Вообще на изи. Оу, я не спал даже. Ну, это просто офигеть. Вот что я скажу. Просто, опа, вот смотрите, вот где мы. Ну, плыть я, конечно, не буду. Можно добыть. Эй, нельзя. Это камень, господи, я ломаю камень. Во, надгробим я. Все. Вроде бы дошел. Вроде бы даже ничего не потерял, я надеюсь, все во всяком случае на это. Серебра много, какой-то вот это вот медный рудный куст. На вкус как металл. Кто-то его пробовал, судя по всему. Я пробовать бы его не стал, конечно. Так. Вот сюда все, идем. Я хочу знать, что это такое. Крипер пошел отсюда. Что его бьет? Его что-то бьет, смотрите. Нет. Тихо. Фух, офигеть. О, голова. Голова крипера. О, офигеть. Спасибо, неплохо. Так, что это куст? Что это? Это бьет меня, офигеть, серьезно? Блин, что происходит? Господи, что просто происходит? Что происходит? Вот приключение. Кусочек концентрированной эссенции, офигеть. Куст эссенции опыта, офигеть. Так, что можно выкинуть? Ничего. Ничего бы вообще не хотелось выкидывать, если честно. Землю. Ну, кроме земли. Так, это что такое, серебряная руда? Давайте пока подобываем, почему нет? Ибо Блин. Пошел отсюда ты, скелет. Ненавижу скелетов, просто ненавижу. Наверное, уже знаете. А может, не знаете? Опа! Это я пока добыть не могу. Вы знаете, почему? Говорится, если нет, просто посмотреть на мой инвентарь. Ать. Так это есть золото у нас тоже было. Делаем вот так. Опа. Тихо. Нет, это не то. Блин. Офигеть. Я просто богат теперь на ресурсы. Просто богат. Да. Вообще топовая... Топовая модификация, топовая сборка. Просто топ. Мне очень нравится. Так, О, я ударил ее, серьезно? Я не знал, что так можно. Надеюсь, она меня не ударит. О, офигеть. Что это такое? Что ж не... Так, мне надо узнать, что с нее выпало. Плитка, ты идешь отсюда. Шерсть летучая, пусть будет. Это, наверное, редкость. Хотя нет. Может, я ошибаюсь. Ничего гарантировать не могу. Так, серебра много очень. Серебра вот этот вещь. Мне надо кучу печек теперь ставить. Просто кучу печек. Так, тихо, тут повсюду эти мобы. Опа. Это у нас тоже есть, и это тоже есть. Окей, блин, офигеть. Мне тут ходить. Короче, я замучусь делать серии. Вы замучитесь их смотреть просто. Офигеть. Наверное, я вроде видел установку. Нифига себе. Вот это поворотится, вот это поворотится. Офигеть. Ты что, я богат, у меня теперь... Опа, лаву слышу, тихо. Ой, пошла отсюда. Пошла отсюда. Ты что, Вы на кого тут пошли? Сейчас вам Кирка покажет, то здесь топ. То есть топ в Майнкрафте. Так, окей. Вот так. Ать. Это что такое?
По-моему, такого я не знаю. Да, такого не было, но я обязательно тогда это возьму. Тыки. Золото. Да мне даже золото, если честно, не нужно. Жопу это золото. Тыки. А, нет, стрела. Стрела не палку выкину. Мать. Все, отлично. А это что такое? Ледяная руда, офигеть. Да. Это если я так буду добывать, я отсюда просто не уйду. Тыки, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот. Все? Нет, не все. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все. Теперь все. Теперь можно идти да собрать все. Может даже железную кирку израсходовать. Опа, рубиновая руда, офигеть. Я просто богат, ребят. Просто все. Разбогател. О, рубин, офигеть. Вот это да. Ну, рубин, я, наверное, я так думаю, надо торговаться за них. Было бы логично. Драгоценный камень все-таки рубин. Так что будем. Будем смотреть, будем думать. Конечно. Опа. Блин, я так сейчас все из инвентаря выкину. Пощадите. Мне нужна сумка. Вот, все. Сумка нужна обязательно. Без сумки я то вообще ничего не могу делать. Булыжник нафиг не нужен, если честно. Мистический. Это все пусть будет. Никелевая руда какая, синий коралл. Давайте выкинем. Блин, жалко золото. Золото пропадает, золото. Ладно, все, убегаю, убегаю отсюда. Все, убегаем. Так, вот сюда, по-моему. Меч возьму, а то, блин, на них повсюду. Мобы. Ох уж эти мобы, я вам скажу, ох уж эти мобы. Ты куда идти-то? Самое главное, это не заблудиться. Ты пусть там руда пока побудет. Ага, вот. А вот эту сопру. Как раз кирка сейчас лопнет, так сказать. Сломается. Так, окей, окей. Вот так, вот так. Как? А, вот, вот здесь можно забраться спокойно. Все, я уже почти у цели. Я уже почти вышел обратно. Надо загружать печь, нужен уголь. Такс, вот так, вот так. Быстренько бежим. Вот так. Тут протекают потолки, это плохо. Надо построить эту шахту, сделать ее топ. Потом еще можно проложить железную дорогу. Просто офигеть. Что можно здесь сделать? Положу железную дорогу по всем. Короче, офигеть. Такие планы на это место. Столько серий можно сделать просто. Но это, наверное, не знаю. Наверное, не знаю, говорится. Отлично сказано. И не поспоришь. Где у меня все минералы? Вот здесь вот. Вот здесь. Вот, вот они. Фух, ну, сами видите. Что тут происходит? Все, все. О, елоритовая руда, серьезно? Это вы серьезно? Просто серьезно? Кристалл порыва, рубин, грозовой уже был даже такой, офигеть. Опа, кусочки олова. Серебро. О, там сказал этот зомби, сказал призрак. Чего? Первый раз такой слышу, офигеть. Я вам сделаю повтор, офигеть. Так, медленно. А, уже нельзя, блин. Вот! Что это такое? Кто это говорит? Кто это? Вон кто-то ходит. А, господи. Кто это? Мне страшно. Он где-то там. Давайте узнаем. Я хочу узнать. Я хочу узнать. Это такой, кто, блин. Какая-то руда у меня тут, которую я добыть не могу почему-то. Кто это, офигеть? Кто это такой? Мне страшно. Заберите меня отсюда. Так, где-то моя кирка. Надо готовиться, готовимся к худшему, ребят. Так, где мой булыжник, господи?
Не булыжник, а какой булыжник? Вот так вот делаю все. Говорится, паркур начинается. Проверим мои умения. Мои умения очень плохие. Если что, смотрите, паркур у меня на канале. Так, минуточка, пиар. Опа, тыквенный куст. Опа, опа, о, вот это вот точно надо. Что-то не добывается. Ладно, не буду пока. Наверное, я допускаю того, что я что-то не знаю, конечно. Мне сейчас интересно полностью, что это, кто это такой был. Кто говорил призрак, призрак, гост, он говорит. Так, вот так, вот так. Где я был-то, господи? Опа, вот, ой. Вы где? В смысле? Как так? А где призрак какой-то был? В смысле? Что происходит? Офигеть. А где лучники? Я что-то ничего не понимаю вообще. Блин, офигеть. Что происходит? Что-то странное, можно сказать. Уже точно можно сказать, что-то странное происходит. Офигеть. Страшно реально. Какой-то моб непонятно. Напишите, если вы знаете, кто это был такой. Офигеть. У меня нет слов. Так, все, я, блин, даже руду не положил, если честно. Ой. Я руду... А, хотел на выплат. Окей. Так, еще вот это вот. Ледяной кристалл. Офигеть. Булыжник. Все, булыжник 5-4 какой-то. Какие-то непонятные булыжники. Так, кусочки положу. Вот это вот. Вот это, лавентный медный куст. Что это такое? Окей. Так, ребят, смотрите. Плавим, а? Смотрите, везде плавится, офигеть. Вот это. Я не знаю, что делать с этим. Реально не знаю, что делать. Так, а давайте посмотрим по нашим квестам. У нас же были квесты, мы делали какую-то ботанику. Так, у меня, кстати, как вы видите, оловянный... Оловянная кирка есть, если что. Так, если что. На секундочку. Блин, офигеть, не хватает. Ничего не хватает, алло. Так, это заберу. Дерево. Ладно, пусть будет тут. Оно мне не мешает. Вот так вот сделаю. Так, вот эти эпические книжечки надо забрать. Теперь мы смотрим наш квест. Так. Ага, квесты вот. 6 завершенных квестов. Так. Ага, у меня где-то не забрана награда, серьезно? Чего это такое? Таумономикон. Господи, я даже выговорить это не могу, серьезно? Так. Ага, получить награду. Окей. Спасибо. А, теперь идем назад. Тут что-то новое. Манапул. Офигеть. Чистый маргаритка. Это надо через это. Окей. Я просто хочу пойти. Я, наверное, еще рано это сделаю. Open. Давайте откроем. Угу. Угу. Так, это что такое? Шарик маха. А как мне его сделать? Блин, тут написано. Там что-то про переработку. Давайте. Шарик маха. И это он. Вот этот, по-моему, точно вот этот надо был. Ага, замшелый булыжник. У меня такой был, я видел. Собственно, он был, да? Да. Ага, 3 таких и 3... В смысле, замшелые каменные булыжники. А где замшелые каменные булыжники сделать? В смысле? Мох. А где мох? Алло! Так, окей, ладно. А, не то. Глити, жидкости, лексика, ботаника. Что это такое? А, увлажнитель. У меня такого нет, алло. Так, шар лозы. Блин, что это такое, офигеть. Опа. А, я же еще хотел рюкзак. У меня столько всего можно сделать. Так, давайте его бьем просто в поиск. Что нам мешает? Сумка или рюкзак? Сумка, по-моему. Сумка края, сумка для... Набалдашников. Вот, обычная сумка.
Ага, кожа, шерсть и два олова. Это вообще изи. Такие, это что такое? Еще одна сумка. Два олова или что это? Оловянный слиток, оловянный слиток. У меня они есть. Олово есть. Кожа тоже, по-моему, где-то была. Давайте я посмотрю. Короче, скрафчу. Почему нет? Мне это понадобится. Это точно понадобится, причем. 100%. Ты, где у меня весь хлам? Я не вижу. Окей. Так, ребята. Я тут. Мы крафтим уже вот так вот. Эй. Мне такого не надо. Почему так много, господи? Блин. Как взять одну штуку? Это очень тупо, на самом деле. Окей, один. Вот так. Вот так. Кожа, по-моему, сейчас. 13 кожей целых нашел. Вот так вот. Ага, все, я понял, понял, понял. Извините, если туплю. Очень извиняюсь. Теперь, вот шерсть, вот она. Опа, 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 опа. Ты, как ее одеть теперь? Ой, вот так, вот. А, вот сюда, да? Алло! Как тебя одеть? Shift для деталей пусто. А, может мне на нее надо? О, она такая маленькая, серьезно? Вы серьезно? Я думал, она побольше будет, если честно. Ну, кейп, все равно. А, их же можно много, вот поэтому, наверное. Не, вообще отлично. Ну, отлично, что сказать. Так, окей, теперь у меня есть золото, я хочу скрафтить себе броню. Я забыл, как она делается. Ага, вот уже первая. Шлем обязательно. Теперь нагрудник, по-моему, делается из всего. Я не знаю, мне хватит, если честно. Таки вот так. Как нагрудник делать? Алло! Извините, если рецепты не знаю. Это конечно, тупо. Таки, доспех. Железный. Опа, ага. И мне надо. А, штаны я тоже помню, как делается. Вот так. Опа, там вагонетку видел. И на штаны, по-моему, не хватает. На штаны хватает, это плохо. Нет, неужели у меня нет железа? Серьезно? У меня должно быть железо, точно. Нет. Нет, походу нет. Ну ладно. Тыки вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. И вот так. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом можно закончить. Мы продвинулись очень хорошо. И если вам понравилась серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.